Крупный ландшафтный низовой пожар сегодня тушили в Сургуте. Горела сухая трава, местами огонь переходил на кроны деревьев. Дым хорошо был виден из окон домов западного жилого района. Очаг обнаружили около 2 часов дня между лыжероллерной трассой и озером вблизи Югорского тракта. Пламя ветром разносило довольно быстро. По предварительной информации, спасатели локализовали пожар на площади около 3000 квадратных метров. На месте работали 22 сотрудника МЧС и 5 единиц техники. Это первое столь крупное природное возгорание в нашем городе с начала года. Причину установят дознаватели. Одна из приоритетных версий – поджог. Добавлю, что особый противопожарный режим в Сургуте продлен до 24 мая.